Привет, привет! Привет! Мы на канале в гостях у Алисы и Егора. Девочка, доктор Светов. Да, мы сегодня будем делать сборный конструктор букет. Букет из конструктора. Угу. Давай показывай, что там. У меня зайчик. А у Алисы будет с зайчиком играться, да? Зайчик будет помогать. Вот тут сначала нужно расложить детальки. Потом нужно свернуть для вазочки. Потом нужно вот тут вот убрать такую... Ну, формочку для вас, куда мы будем это всовывать. Ну, давай, открывай. То есть там инструкция есть, по ней вы будете собирать, да? Давай, открывай, показывай, что там есть в наборе. Так, вот инструкция наша. Ой, так, интересно. Класс, так, Алиса уже достает. Это что у нас такое? Из чего тут все состоит? Это такая проволока. Так. Вот это, чтобы мы будем закручивать кинки вот так вот. Так, Алиса все достала. Давай вот это вот лишнее я забираю. Алиса, давай, Егор раскладывает. Вот и будете делать все по инструкции, да? Алиса будет подавать Егору, Егор будет просить, Алиса будет подавать. Да. А это что там такое? Цветочки и листики. Цветочки и листики. Так, что? Так, что там сначала нужно? Все разложить. Ну, тут уже есть. Так, потом... на картинке один все разложить. Вы уже все разложили. Потом берем вот это. Потом берем вот эту вот штуку. Я. И сворачиваем ее. Так, вот как это получается? Что там должно получиться? Мы должны ее как-то свернуть. Так. Это убираем, да? Ну, я не знаю, ты смотри там, как по инструкции делать. Она тут не нужна. Так, как же нам вот это скреплять? Ну, давай, чтобы получился куш, чтобы получился вазочка, чтобы получилось. Я думаю, наверное, другой стороной нужно делать. Так, как? Не в высоту, а в ширину. А, в ширину, ну да. Наконец-то, Егор догадался. А это тут уж как, это склеить или нет? А ну тут... там должно вставляться, наверное, пазики должны быть. Пазики тут нигде не вставляются. Вот цветочки. Да, цветочки вы сейчас будете делать, да. Да, я люблю цветочки. Ну-ка, как там в инструкции? Вот же, куда должны пазики вставлять. Ну так вставляй. Я же говорю, что там пазики должны быть. Ну пазики тут были еле заметные такие. А Алиса что делает? Алиса, да, цветочки складывает, чтобы Егор потом разбирать цветочки, делая розовенькие отдельно и красные отдельно. И посчитай, вот. Сколько их. Ну так. Все, давай теперь закрывай. То есть замочек замочком складывай. И вставляй. Так вот. Все в пачке. Черт. Так, а это дно-то тоже, наверное? Или это не надо дно? Мне кажется, оно... Мы еще играли в Play-Doh. Сегодня играли в Play-Doh? Да. Да. Ну, это в Play-Doh поиграли, а теперь вы... И другой, в Maker. Да? Да. Ну, а теперь вы собираете букет. Да, из конструктора. Букет цветов. И подарите... Кому букет подарите-то? А? Маме. Да, маме. Маме? Да. Хорошо. Так, я походу так должна... Так. Так, сейчас все. Ну, вот у Егора уже получилась ваза. Да? А теперь это дно, наверное, туда нужно внутрь ставить. Да. Попробуй, да. Ставится оно. Нет. Не вставляется. Оно, ну, значит, оно было рассчитано специально только на. Ого. Оно еще там такое твердое. Ну, дальше посмотрим тогда. Давайте. Да, дальше, что там по картинке? Так, сейчас вот. Дальше берем вот это, скручиваем, вставляем вот в эту. Дальше. Ой, а что Алиса кашляет? Дальше берем вот это. Самое интересное. Это что вот началось. Это? Нет. Это стебелек.
Так, он будет у нас потом торчать вот так вот, да. С цветочком. Так, берем вот это, да? Как? А это что такое? Это вот такие лепестки. Лепестки, да, это лепестки роз будут, да? Лепестки, да. Роз. И мы, походу, нужно вот так вот их вот заворачивать. А когда мы тогда будем девать вот это? Так. Ну подумай, что там в инструкции. Куда ж мы потом это делаем? Они же лепучие вот эти штучки, лепучие. Так. Ну-ка давай посмотрим. Алиса, дай папе цветочек. Я сейчас посмотрю, как тут делать. Инструкцию посмотрим. Вот так вот, что ли. Так вот. Походу, оно еще так вот. Сейчас посмотрим, как Егор там догадается делать. Так, мне кажется, что лучше, ну так. Интересно, вот это надо? Вот. Так вот. Оставляем. Что? Получается? Угу. Что у тебя получается? Так. У меня получается цветочек. Раз. Давай, сделай. Раз, два, три, четыре. А потом... тоже классно хочу сделать. Потом мы это, походу, так просовываем. Нет, или это как? Просовываем, и потом это так вот закручиваем. Так, наконец-то Егор у нас разобрался, да? Как цветочки делать. Из чего там цветочки-то, да, делать? Розочки. Мы делаем розочку из вот этого... Не с ободочком, и с вот этого вот цветочка. Да. Ну, Егор пока красненький взял, ну, пускай красненький делает. Ну, давай розовый. Ну, давай розовый. Давай, так, Алиса там уже вытаскивает серединку. Так, я буду сейчас его очень сильно скручивать. Да, плотно нужно скрутить, чтобы получилась серединка у розочки. А это что, Алиса, ты Егору подала? Вот такой штучковик. Стебелек. Стебелек зеленый, на котором будет цветочек держаться. А эти синенькие не нужны, давай их. Это мы выбросим. Это Егор делал горшочек. Замочек делал на горшочек. Да. На вазочку, то есть. Да. А у тебя что там, кролик или зайчик заснул, что ли? Да. Спит? Да. Ой, а что, Алиса, кашляет? Ой. Ой. Давай тогда, пока Егор делает розочку, ты ему все серединки из цветочков повытаскивай. Да? Да. Красненький повытаскивай и розовенький повытаскивай. Так, Егор уже одну розочку сделал. Давай следующую делай. Да. Розочку. Так, и опять розовую сделал, пожалуй, потому что моей маме метки розовую побольше нравится. Скручиваю плотно-приплотно. Давай, я тоже помогу. Там уж красный обойдет розовый. Так, Алиса помогает нам серединки из цветочков вытаскивать, да? Да. Давай мне красненький цветочек. Так. Сейчас посмотрим, у кого роза красивее получится. Папа, у няни. У няни? Ну ладно, пускай у няни. А у меня какой получится? Фиолетовенький. Ну, у меня вот тоже не эта красивенькая розочка получилась, да? Вот. Так. Так, теперь нужно ее вставить. Сначала я буду закатывать. Да, Алиса тоже, давай. Алиса тоже тогда розочку будет делать. Закатывай плотно-плотно. И Егору подавай, Егор будет цветочек вставлять, да? Вот, я еще одну сделал. Ну все, давай другую делай. Вот как я уже тут эти розочки. Так, знаешь, пошел, беру, давайте уже красную. Ой, а розы уже закончились. Пододвинем, чтобы видно было. Ой, спасибо. Ты уже... Так надо было скрутить и Егору подать, чтобы он ставил. Нужно было держать и подать Егору, чтобы он ставил, да? А у Лисы получилось какое-то камикадзе. У Лисы змейка получилась, скрутилась и развернулась, да?
Ну или с камикадзе. Камикадзе. Ой, какая у тебя распустившаяся роза получилась, да? Да. Тут туда не надо. Кто тут у нас у Алисков камикадзе червяк? Камикадский червяк. Так, что вот тут? Еще один. Так, еще один. Так, можешь. Так, ой, вот один. Так, спрятался надежно. Вот и я даю. Так, потом это будем вставлять на наш стебелек и будем так проделывать дырки и... Не будем ее делать, что я его вот так до середины всовывать. То есть я просовывать. Сейчас эту дырочку, палочка, вот эту точку. Дырочку? Ну давай лучше Егор сделает, а то у тебя это помнется. Не-не-не-не-не-не, точно не надо. Алиса, подожди, Егор сделает, Егор поможет тебе сделать. А точку, да. А эти давай, мы это тоже выкинем. Это уже нам не надо. Давай сюда. Все это мы сейчас сложим в пакетик и выкинем. Да. Да. Ну не прямо сейчас. Так. Я буду делать саму дырочку. Алиса будет делать дырочку? Да, а сейчас такого. Ну так, вот еще надо. Так, еще две розочки Егору осталось сделать, да? Ой, они тут разные почему-то. Вот, для двух красных такая и такая. Ну, пускай будет разноцветная роза. Да, наверное, нам там какой-то брат попался. Почему? Ну, это такая роза цветная. Так вот, нет. Розы же бывают разноцветные? Желто... Розы бывают желтые, белые. Желто-красные, это красно-розовые, чайные розы. Что, Алиса, не получается, да? Получается. Получается? Ну, давай, пробуй. О! У Алисы получилось. Получилось. Ну-ка. Алиса, страшно, только не посередине. Ой, упала. Вот у меня получилось. Нет, так ты должна была этим стебелечком проткнуть листочек. Там внутри проволочка, кончиком пальчиков бери и кончиками пальчиков держи листочек. Вот, и прокалывай. На весу. Побыстрее это делать. А то ты так стол проколешь. Получается? Ой. Да? Можешь попробовать там, а то я там на ногах не достану. Ну что, Алиса, получается? Дырочка получается у тебя? Загнулся у тебя стебелечек. Да. Ой, какая-то у Алисы там змейка опять получается. Это какой-то дельфин. Дельфин? Давай я тебе покажу, смотри, Алиса, как надо делать. Смотри, берешь вот листочек, берешь вот стебелечек, смотри, как папа делает. Смотри, на папу смотри, вот так берешь листочек, берешь стебелечек, смотри, и вот так вот прокалываешь. Вот так вот, Алиса, смотри, вот так вот берешь, прокалываешь, оп, и вытаскиваешь с другой стороны. Вот и получился у нас листочек на стебелечке, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И вот тут вот шесть. Ну все, теперь надевайте. У нас получается одна. Теперь одевайте листочки. Загнулся. Помогай Алисе стебелечки. На стебелечке листочки одеть. А листочки теперь так. Тут по одному листочку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, значит, один листочек. А, шесть, да? Да, по одному. Но тут показано по два. Тут должно быть два, у нас только по одному получается. Ну, сколько есть, столько и делайте. Тут вообще ты закнулась. Так вот. Не получается. Не получается? Там. А ты смотри, как Егор делает. Мне тоже тут сильно-то и не получается. Вот, у Егора получилось. Да, вот чудо. С одним листочком это как-то, не знаю. Ну, это ж так, чтобы для красоты было. Давай теперь на другой стебелечек одевай. У Алисы не получается никак листочек одеть. Получается. О, молодец. Давай, лови его, лови с другой стороны. Лови пальчиками, вытаскивай.
Вытаскивай. Ура! У Алисы получилось. Все, останавливайся. Все. Молодец, Алиса листочек одела. Ну а зачем ты сняла-то? Зачем сняла? Потому... Так он листочек должен на стебелечке остаться. У тебя так хорошо получилось. Или тебе понравилось продевать? Да, я хочу еще. Еще? Да ты не посерединке. Не посерединке, а с края. О, как у меня свободно получилось. Просто взял и проткнул. Так. Не получается, Алиса, у тебя больше? Он у тебя загнулась, потому что проволочка там. Дай другие. Ну, давай с другой стороны. Так. Ну, Егор уже все почти листочки одел. Алиса один еще пытается. Ну, она же уже один одела, ей просто понравилось. А, закрылся. Ну, сейчас тебе Егор поможет. Нет, ты помоги. Ну, пускай Егор тебе поможет. Фу. А вот это? А это лишнее. Так, Егор, бери стебелечек, листочек. Это вазу. Да, а там не надо. Правда? Она что-то мне не хочет прямо. Или это так надо? Все, Алиса, сейчас Егор будет на стебелечке. Фиолетовенькие. Фиолетовенькие? Это они розовенькие. Нет, это фиолетовый. Фиолетовый? Ну ладно. Как, да. Как фиолетовый по-английски? Purple. Purple, да. А вот это розовый. А розовый? Это red, красный. Нет, розовый. Розовый? Да. Так, и вазочку сразу ставь. Только листочки повыше одень чуть-чуть. Вот, вот так вот. И вставляй в вазочку. Так. Ну, смотри, он у тебя из вазочки вылез. Из вазочки вылез, Егор. А это стебелечек. Мне кажется, это так и надо для красоты. Вот, вот так вот. Там их даже можно будет это чуть-чуть. Вон, видишь, хвостик вылазит. Чуть-чуть загнуть. Вот так вот взять и вот так вот загнуть. Да. И поставить. Вот. Вот так вот, да? Что у тебя? Зайчик проснулся? Да. О, как у меня красиво получается. Ну давай, вставляй. Зайчик хочет тоже мне помочь. Букетик какой получается, да? Зайчик хочет тоже мне помочь. Зайчик тоже хочет Егору помочь? Так, да. Сейчас мы подправим вазочку, чтобы она тут так ровненькая была, да? Я смогу. Даже повыше можно сделать. Я хочу фиолетовый. Потому что красивые это высокие розы, когда получаются. Так. Вставляем сюда. Так вот. Вставляем сюда. Помочь. Так. Опять спит мой зайчик. Он опять заснул. Опять заснул? Да. Да и уже будет его яичко. Так, еще один. А потом этот букетик, наверное, нужно будет скрутить. Да. Чтобы они вместе розочки были. Давай сейчас я его сделаю. Да, все. А как твоего зайчика зовут, Алиса? Макзайчик. Как? Макзайчик. Макзайчик? Да. И еще один. Так, еще два цветочка у Егора осталось, да? Эй. Эй. А почему ты тогда два цветочка? Как зайчика зовут? Носом одного не Плык. Ну вот получился у нас замечательный такой красивый букетик из роз, который Егор с Алисой собрали, да? из конструктора, из сборного. Красивые цветочки, розовые и красные, да? Смотри, зайчика. Кому вы этот букетик подарите? Маме. Смотри, моя зайчика. Зайчик помогал Егору и Алисе. Смотрите, какой зайчик. Да, какой зайчик, смотрите, какой зайчик у Алисы. Смотрите, да. Ребята. Он проснулся наконец, под конец, когда Егор с Алисой закончили букет собирать, да? Нет. И зайчик проснулся. Спит. Ладно, всем говорим пока-пока. Пока-пока. Подписывайся на наш канал в гостях у Алисы и Егора. И ставьте палец вверх. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Ставьте палец вверх, ставьте лайки.